очередная пироженка из Казахстана, но на этот раз уже цитрусовая. Тестить ее будем под кофеек. Хранить ее очень даже нормально, темный шоколад. Апельсиновая начинка, цедра. Плотная, но я бы даже сказал свежая. Пирожное очень вкусное. Такое на три укуса. У него 400 килокалорий. 100 граммах. Но здесь пироженка получается 40 грамм всего. Единственное, если ее долго носить в рюкзаке, в теплое время года, навряд ли она выдержит таких потрясений. Лучше ее взять и съесть. Но она прям, я бы даже не сказал, что в ней много сахара. Вот именно темный шоколад и кислинка. С малиной даже такого не было. Вот с апельсином вообще прям бомба. Освежающе. Ну и самое главное, никогда не мусорите во время своих жор-обжорчиков. В лесу, в парке. Носите мусор с собой. Всем пока. Ставим лайки, подписываемся на канал.